Напомню, что на прошлой неделе в Ейске состоялось совещание о ходе курортного сезона на Кубани, где Вениамин Кондратьев раскритиковал работу отраслевого ведомства. Как показали итоги заседания, большинство проблем последних лет в сфере туризма остаются нерешенными. По мнению главы региона, краевому министерству необходимо пересмотреть свою работу, так как дальнейшее развитие курортной сферы требует новых управленческих подходов. Евгений Куделя курировал туротрасль 6 лет.